жить для других, отдавая всего себя работе. В Большом актовом зале новой школы номер 11 прошел торжественный прием, посвященный Дню Учителя. Приглашенные гости в лице главы города и председателя городской думы поздравили всех педагогов города, отметив важность не только образовательной, но и воспитательной работы педагогов. Вы работаете, наверное, в самой сложной системе, система образования. Она никогда не стоит на месте. И вы, люди, способны изменяться. С тем количеством сложностей, с которыми вы сталкиваетесь, наверное, не сталкивается ни одна структура в нашей стране, не только в нашем городе. Вы с этим как-то справляетесь. Вы действительно уникальные, хорошие люди. И не щадите себя. Вот от себя лично, от города, вам слова благодарности, потому что благодаря вам мы живем. В этот вечер лучшие учителя города получили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди педагогов были не только учителя общеобразовательных учреждений, но и дополнительного образования. Так были награждены 3 педагога и 1 методист Дворца детского творчества. Среди них руководитель объединения «Шашки» Олег Васенькин. В работе с детьми это очень непростая работа, если можно назвать такой, которая, конечно, забирает огромные силы у вас. Дается нелегко. Я хочу пожелать, чтобы все-таки дети отдавали вам гораздо больше, чем даете вы. Чтобы вы чувствовали вот эту отдачу, чтобы вы видели, как они растут на ваших глазах, как они, может быть, в чем-то превосходят уже вас. Воспитание яркой целеустремленной личности, способной широко мыслить и принимать самостоятельные решения – одна из важнейших задач педагога. В какой-то степени учитель решает судьбу детей. От того, сможет ли преподаватель привить любовь к своему предмету, зависит, какой жизненной дорогой пойдет ученик. Увлечется географией или физикой, историей или математикой. От учителей зависит будущее страны и ее потенциал. Я СНЕФ и государственная корпорация «Росатом», как никто другой, заинтересован в вашей качественной, хорошей работе. Потому что тем, чем мы занимаемся, нам нужны действительно очень умные, очень продвинутые и современные люди, разбирающиеся во всех областях науки, техники, культуры. Новые технологии врываются в нашу жизнь. Учителям приходится адаптироваться и менять учебный процесс. По мнению высоких гостей, исправление негативных последствий нахождения детей в интернете также лежит на плечах школьных педагогов. Наверное, очень трудно переоценить значение, которое имеет труд педагога. Его личность, его жизненная позиция, его душевное благородство. Я точно знаю, что все сидящие здесь в зале знают, что учитель – это точно не профессия. Это призвание, которое наполнено глубоким духовным смыслом и содержанием. Это призвание, которое требует от нас ежедневной, полной отдачи сил, колоссальнейшего терпения, огромной ответственности и человеческой мудрости. Пожелания здоровья, профессиональных успехов, оптимизма и энергии в этот день окружали всех учителей. Труд педагогов соединяет поколения и связывает воедино все развитие государства. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.